Всем здорово, народ, с вами Варчик. В этом видео расскажу, в принципе, просто свои впечатления и ощущения про игру World of Tanks, в которую я уже играю очень давно, и что происходит в последнее время у меня в этой игре. Ну, может, кому-то интересно, кому-то не интересно. Как вообще готовятся все эти видосики для вас, как я размышляю перед тем, как делать для вас какой-то контент про эту игру. Я сначала думаю, что сейчас популярно и интересно для вас, там какая-то ветка вышла, или какие-то обновления, новости, либо какие-то мысли мои в игре в плане того, чтобы сделать какой-нибудь гайдик. Вот про две эти вещи я все время размышляю. Если мне есть что по гайдам рассказать, я что-то придумал интересное для вас, чтобы вы поняли, я начинаю обдумывать, как это рассказать, бои какие-то случаются, я формирую под этот бой целостное свое какое-то мнение про какую-то тему в плане гайда и уже, в принципе, делаю для вас гайдик по какому-то бою, чтобы для вас было наглядно, понятно, о чем я хочу до вас донести какую-то мысль, чтобы вы не только слышали, но и видели на примере, что происходит. И вам очень нравятся такие гайдики. В принципе, их делать можно время от времени, когда мне будет что рассказать. А вот в плане новостей и чего-то новенького в картошке, честно говоря, очень сложно. Да и, в принципе, гайды тоже уже стало очень сложно делать. Почему? Поскольку последнее время, чем я занимаюсь, последние пару лет в картошке, особенно как вышел патч 1.0 и начали делать новый балансировщик, это то, что я просто ищу место, где можно просто находиться в этой игре. Уровень, какие-то классы техники или танки, чтобы просто хотя бы находиться в этой игре, чтобы было потом из чего для вас делать контент, поскольку у меня не особо есть желание брать там реплеи других игроков, свод реплейс или что-то еще. Я люблю делать по своим боям, по своим реплеям. Иногда могу взять свод реплейс, когда хочу срочно что-то рассказать. Либо какой-то танк, которого у меня нету, просто чтобы он на фоне там катался, ну и все. Ну а так, в принципе, там, наверное, 99% видосов, которые я на своем канале делаю, они все по моим боям. Потому что мне так хочется, я так привык. И мне так интереснее, и для вас, я думаю, тоже понятнее. Но в последнее время я просто не знаю, где уже находиться в этой игре, чтобы просто не то, чтобы там прям играть с интересом в это, а просто хотя бы находиться в игре, чтобы была какая-то возможность. И вот в последнее время я вот во взводике там катали мы втроем на восьмерках, ранговые бои закончились, и я вам рассказывал, что в топ часто кидают. Но вот ранговые бои кончились и перестала вроде как в топ кидать. На восьмерках втроем начала кидать всегда к десяткам. Там 6 боев подряд, кажется, втроем во взводе нас кинуло к десяткам. Держу в курсе, что и это место, где можно было находиться в игре, уже закрылось. Когда оно там опять появится, неизвестно. То есть еще одно место, где я мог находиться в этой игре, пропало. Просто на восьмерках тоже всегда внизу списка играешь. Десятки. Выкачал шведскую десятку, сыграл там 4 боя или не знаю сколько. Меня союзники там стреляли. Я на базе 2 метра от базы отъезжал, светился. В меня грили уже убивали. По 3 арты все бои. Просто невозможно играть. Там, не знаю, у меня там средний урон даже, наверное, меньше 2000. Играть было просто невозможно. Я продал десятку, просто сыграл несколько боев. Я все десятки продал, у меня в ангаре нету ни одной десятки, я не могу на них играть. Я не могу на них играть, балансировщик просто не дает мне. Я смотрю очень много реплеев, но вот реплейс. Людей кидают там в топ, иногда без арты, люди что-то там делают, у них танки танкуют, какие-то там карты разные, сетапчики, все такое интересное. Я играю в игру, в какую-то другую. У меня по месяцу там одинаковые респы, одинаковые карты, ничего не меняется. Я вообще играю на трех картах целый день.
по 3 арты, сетапы какие-то там, по 6 ЛТ, какая-то дичь. Я просто не могу уже в это играть. Я не знаю, как в этом просто находиться и из чего для вас делать контент. Игра просто сдохла. Она целенаправленно пытается выжать меня из себя. Куда мне уже в ней деться, я просто не представляю. Я не знаю. Игра, в которой я должен искать место, где мне в ней просто находиться. У меня тупо нету таких боёв, как у некоторых там стримлеров или еще кого-то смотришь, во что они играют, в какие-то другие танки. У меня вообще непонятно что. Такое ощущение, что игра меня просто пытается уже давно изжить из себя. Из-за моей фиолетовой статистики меня там и союзники мне мешают играть, и арта фокусит, и на стримах что там происходит, боже. Я на карте засветился, мне в канаву просто десантура какая-то красная прыгает и начинает меня там убивать. Хотя они все там попереумирают, но мне тоже бой испорчен. Вообще никакой логики не вижу, просто невозможно играть. На 9 уровне там немного сейчас вроде стало полегче, там я купил леопарда 9 уровня. Танк вроде неплохой, пушку поменяли. Один танк, на котором я сейчас могу находиться в бою в игре World of Tanks, это, наверное, леопард 9 уровня. Может, еще какая-нибудь девятка. Все. Я больше не могу нигде находиться. Сейчас, если 9 уровень опять станет такой же конченый, как до патча, то мне вообще негде будет находиться в этой игре. Если раньше я мог выбирать, на каком уровне мне поиграть, что мне вообще для вас, какой контент сделать, я не могу сейчас вообще ничего выбрать. Я ветку нормально не могу прокачать и сделать полноценный видос, обзор ветки. Шведская ветка, восьмерка, прикольная ПТшка, хоть и значок СТшки, девятка просто мусор с плохой пушкой, просто из-за пушки. Мне очень сильно не нравится новая механика гидропневмоподвески, потому что она просто мешает играть. Но пушка у девятки шведской СТшки меня раздражает еще больше, чем гидропневмоподвеска. Десятка, я ничего не могу за нее сказать. Знаете почему? Потому что я не смог на ней поиграть, мне игра не дала. Я 2 дня качал девятку, выкачал, ну точнее десятку, выкачал ее, купил, сыграл несколько боев и продал. Все, я не могу находиться там вообще. Мне игра просто не дает играть в нее. А потом некоторые из вас говорят, опять одинаковый танк катаешь. Я время от времени катаю какие-то танки, потому что в других местах мне игра не дает в нее же и поиграть. Я не могу где-то во взводе поиграть. Я не могу где-то выбрать какой-то уровень, который я хочу. Я не могу выбрать танк, который я хочу. Я ничего не могу, мне игра не дает вообще ничего. Как в это играть, я просто не представляю. Новый патч, который вышел, у меня просто нет слов. В нем багов больше, чем новых вещей, которые добавили в патче. Вот смотрите, что добавили в патче. После боевая статистика, они ее выключили, она не работает. Две ветки циферки покрутили, типа апнули, переделали. Какие-то там бумажульки, которые добавляют опыт экипажу, которые прокачивают перки экипажу. И карта Харьков. Все, больше в патче ничего нету. Ну и что-то там в линии фронта еще покрутили. Все. А баги какие добавились? Иконки над танками по всему экрану там летают неизвестно куда. Чем у тебя меньше FPS, тем сильнее это заметно. И люди на слабых компьютерах, я не знаю, как они сейчас в это будут играть. А разработчики не собираются это, видимо, чинить. Это просто фиаско. Потом, когда стреляешь, иногда нету эффекта выстрела, вообще ничего. Просто нажимаешь выстрел и начинается просто перезарядка без ничего. Ничего даже не произошло. Потом иногда танки куда-то сами поворачивают или что-то подлагивает. Причем это очень заметно и у многих. Танк сам куда-то неизвестно едет. Иногда на серваки то пускает, то не пускает. Вообще просто какая-то дичь. И ничего это не исправляется. Снаряды там куда-то иногда насквозь пролетают. Тоже и вообще что? Ничего не исправляется, ничего не собирается делать. В патче ничего нету, в нем куча багов и все. Честно говоря, картошка развивается на уровне игры какой-нибудь старой, в которой 2 или 3 разработчика сидят там дома, что-то делают и все.
столько мало сделано за столько много времени. Это компания Wargaming, которая имеет много всего по всему миру, кучу людей, которые работают, выпускают патч, в котором ничего нету, и все глючит и лагает. Я вообще не понимаю, чем они там занимаются. Столько людей и ничего не делают, и все ломают. Играть в это невозможно, просто жесть. Вот такие у меня мысли и впечатления про игру World of Tanks за последнее время. Она просто всеми способами пытается меня прогнать из своей же игры. Вот в принципе и все. Я не знаю, уже просто тупо стараюсь хоть как-то в ней находиться, но это невозможно. Разработчики просто гнобят свою аудиторию. Это позорище. Честно говоря, эти разработчики, которые сейчас делают игру, они вообще не заслуживают никакого онлайна от нас, от игроков, поскольку они просто мешают нам играть в ту игру, которая была. Разработчики направлены должны быть на то, чтобы прислушиваться к игрокам и делать им лучше, поскольку они имеют заработок от нас. Но судя по тому, как смотришь на разработчиков, такое ощущение, что разработчики это наши какие-то там боги, а мы их рабы. Поскольку что им не говори, они делают так, как хотят, и делают тяп-ляп, и чаще всего за последнее время они вообще ничего не делают. А мы просто какой-то скот, который должны жрать, чтобы нам не кинули. И такое отношение это просто забей. Такого скотского отношения к игрокам я вообще нигде не вижу. В любую игру зайди-то, там хоть как-то разработчики стараются хоть что-то делать. Картошка же это просто какое-то помоище. Спасибо, что смотрели. С вами был Варчик. Играйте красиво. Пока.